Друзья, всем привет, с вами Капанда, и сегодня мы с вами поиграем в Roblox на Плейси Pokemon Brick Bronze. Короче, покемоны. Вы очень давно просили, чтобы я поиграл в этот режим, и я все-таки решил здесь его посмотреть. Хотя, если честно, по-моему, я в него очень давно играл, но очень мало. Ну что, давайте начинать. Короче, вы должны готовы начать наше приключение? Конечно, готовы, новая игра. Тут, по-моему, будет много разговоров. Я постараюсь это все быстренько все проскипать, чтобы у нас была игра началась как можно побыстрее. О, что-то я вспоминаю, это деревушка у нас такая прикольная. Здесь у нас какие-то исследователи и закрытая пещера, либо туннель какой-то. А это наша, по ходу дела, лаборатория, где будут покемоны разводиться, да? Нам же их ловить, наверное, надо будет, да? Я надеюсь, что надо будет. Будем драться, развиваться, проходить, уничтожаться. И вот так вот, да. О, смотрите, это же я сплю. Ага, поспал. На выходных хотел поспать, будильник разбудил. Он его выкинул. Я выкинул будильник и что-то разбил там. Ой, подожди. Так, сегодня там бла-бла-бла. Нам нужно взять у профессора покемона и начать наше приключение. Их так много в этом мире, и нужно их всех открыть и всех заполучить. Я чуть не забыл. Мне нужно в тренинг-центр карт. А, типа мне нужно сходить. А, мне нужно заполнить мою карточку. Покемонов. Ну что, конечно, Капанда. Капанда покемон будет, да, у нас? Конечно, да, да, конечно, да, конечно, да. Тренер карт. Это карточка тренера. Я тренер покемонов буду. Так, все, все, я готов, я готов, я готов. Так, так, бла-бла-бла-бла. Все нормально. Там потом по пути разберемся. Не люблю я инструкции читать. Так, это моя хатка, да? Ага, можно включить телек. Это карта, куда сбегать побежали. Я хочу ловить покемонов. Быстро хочу их поймать. Ой, блин, я кушать хочу. Может, сначала позавтракать, а? Блинчики приготовить, прям как в этом, в Блоксбурге, да? Да-да, выбегаем. Выбегаем от Седова. Эй, Капанда, это я, Джейк. Не могу поверить, что сегодня я, типа, получу своего первого покемона. Да-да-да, я тоже не могу поверить, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Мы с тобой крутые, бла-бла-бла. Давайте быстрее. О, смотрите, это наша деревня, да? Девчуля, привет, доброе утро. Доброе утренненько всем. Всем здравствуйте, нам нужно, по-моему, вот сюда, если я не ошибаюсь. Дядька, здорово. Пока, дядька. Так, пустите Капандочку. Так, о, дверка открылась, и мы зашли. Ого, нифига, это у них такой комп. Это у вас такой комп прикольный, блин, я все такое что-то хочу. Здоровенный, офигенный. Так и так и так. И вот, по-моему... О, покеболы! Дайте один, пожалуйста. А можно лучше все сразу? Ага, так, так, так. Он, короче, продает этих покемонов, да? За 25 робаксов можно что-то там купить. Куда идти-то? С кем мне разговаривать, базарить-то? С тобой, дядька? Нет, не с тобой. Типа мега-покемоны, профессор... Нам нужно найти профессора какого-то. Это что-то какая-то капсула. Ну-ка, можно кнопочку эту жмякнуть? Мне кнопочку жмякнуть нельзя. Ладно, выбегаем отсюда. Не сюда, так не сюда тогда. Пошлите вот с этим дядькой поговорим. Дядька, опять привет. Короче, нам нужно профессулю какую-то найти. Я так понял. Ой, сюда тут еще домики, в эти домики можно зайти, интересно? Прикольно, кто-то можно зайти, с кем не поболтать, да? Здорово, дядька. Здорово, тетка. Как дела? Я Капанда. Что интересного расскажете? Ничего не рассказали. Ну, хоть поздоровались, и то хорошо. Так, а вон у нас лес. Может, нам в лес надо идти? Ну, у нас же нету покемона. Нам же надо покемона взять. А, в высокой траве они водятся. Понятно, у нас нету покемона. Нам нужно сначала покемона взять.
Давайте сходим вот сюда. А почему чужечек нельзя тут бегать, а? Я хотел побегать. А, вон те дядьки стоят. Может, туда к ним сходить надо сначала? О, страшная пещера. Кто там живет, интересно, а? Там какой-то большой-большой секрет. А, там кто-то слишком опасно, чтобы спускаться, они говорят. Ой, мамочки, что-то уже страшно, не хочу туда. Короче, надо профессора расспросить про это все. О, Капанда. На сегодня день, чтобы получить твоего первого покемона. Ну так давайте уже. Я хочу его взять. Что-то они говорят про эту пещеру. Что-то там произошло. Интересно, что. Мы, наверное, об этом обязательно узнаем. Мне, короче, надо к профессору в лаборатории. Да, чтобы взять своего первого покемона. Так я ж там был. Где-то я там что-то опять пропустил, что ли? А, надо было за ними сходить. Вместе с ними сейчас пойдем к профессору. Все понятно. Зато я бы сам бы и не разобрался. Конечно. Вы мне сейчас дорогу покажете, а то я заблужусь. Давайте, показывайте, куда идти-то надо. Конечно. Я бы сам бы никогда не... Я же тут, наверное, и не был, да? Конечно. В первый раз. Ой, двери это в первый раз вижу. Спасибо, вы мне так помогли. Вот, теперь все в сборе. Ого, тут народу сколько. Здорово, меня зовут профессор Кайперис какой-то. Сайперис. Ага, та-та-та, ты Капанда. Ты избранный, ты будешь владеть суперсилой покемона, джедая. Да-да-да-да-да, давай быстрее. Давай мне наш шарик. Я хочу пойти кого-нибудь уже нарезать покемончиком этим. Ты там любишь приключения. Да-да-да. Я такой, я знаю. Типа нужно для твоих приключений выбрать покемона. Их 21 штук. Ой, кем мы будем играть? Лягушкой? А, можно еще листать. Блин, прикольно. Кого взять? Кого взять? Кого взять? О, вот это Чукопага, Чармандер или как его там. Блин, такие прикольненькие все. Кого взять, а? Ну-ка, панда есть такая? О, блин, прикольно. Это пингвин, обезьяна. О, вот этот на меня похож, да? Так он какой-то грустный. Давайте его возьмем, чтобы не грустил. Ошавот. Какой-то ошавот. Он на меня похож, он такой грустненький. Я хочу, чтобы он был веселенький. Мы его будем сейчас веселить. Ага, 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 ага. У тебя ждут большие приключения, бла-бла-бла. И ты встретишь на своем пути еще много-много-много покемонов. И много будешь сражаться. Типа увидимся потом. Че, все? Я могу идти? Все, точно могу идти? Со всеми потрещали? Побазарили? Все, убежали? Все, всем пока. Эй, подожди, так ясно. Че, подожди, я уже хотел уйти. Ага, давай подеремся. Тренировка типа, мол. Ты имеешь покемона, давайте подеремся, проведем битву. Воу-воу-воу, он выкинул, смотри, своего покемона, 5 уровня, Иви. А у нас наш Ошавот. Давайте драка, покемон, бежать и рюкзак, конечно, драка. Короче, текл, удар. И супер атака. Бенчик. О, это мы ему такую писюлечку маленькую сняли. Так, у нас жизни 21. Нормально. Ну-ка, удар хвостом. Покемон, вперед! А, это мы защиту типа, мол. Защиту все подняли. Давай атаковать будем. Капец, он нас сейчас завалит. Ну-ка, еще драка. Бой, я сказал. Давай, покемон, тащи. Давай, мой хорошенький. Хорошая маленькая пандочка. Еще атака. Мамочки. О-о-о, это было больно. Капец, нас убили. Хорошая битва. Да, конечно, что-то хорошего-то нарезал меня вообще. Так, здесь ты можешь вылечить своих покемонов. Короче, когда жизней нету, к нему идти лечиться, да? Ага, это была превосходная битва. Да какая превосходная битва? Я, блин, продул. Теперь моего... маленького пандочку нужно лечить, перебинтовать все ему лапки, ушки.
Короче, тебе нужно быть очень осторожным все время. Так. Так, они что-то еще нам хотят дать, чтобы отметить этот великолепный момент. О, что-то мне дали. А, бронзовый кирпич. Вот это и есть, наверное. Бронзбрик. У нас же называется Плейста. Покемон Бронзбрик. Бронзовый кирпич. Ага. Короче, они этот бронзовый кирпич положили мне в рюкзак. Никнекл, это типа этот, ожерелье. Короче, можно сюда вернуться и с ними потрещать будет, все понятно. Это типа родители, что ли, мои были? Я что-то там все протыркал. Так, мне еще дали 5 покеболов. И мне положили их в рюкзак, понятно. Во, теперь мне куда-то надо будет отправиться. Давайте я уже хочу куда-нибудь сбегать. Я хочу начать свои большие приключения. Все, побежали. Так, а где мой рюкзак? Ну, это покемоны мои, да? Ага, вот он наш. Ашавот. Ашелот. О, это вся коллекция, что ли? Капец, вот он где. Один. 500 штук, что ли? Вы что, издеваетесь? Это что, их всех собрать надо? 802 штуки. Это ж сколько надо играть, чтобы всех собрать-то, а? О, сейф есть, сохранение. Прикольно, конечно, сохранимся. Не нужно забывать сохраняться. Все, побежали в лес. Ловить других покемонов. Раскачиваться и побеждать. Типа, желаю удачи, тут начинают свои приключения, да. Побежали в лес. Что, битва уже что ли? О, 4 уровня. О, какой малышка. Здоровенько. Ну-ка. Битва. Удар. О, нормально мы снимаем. Мы этого должны победить. Здесь мы победим. Он нам защиту снижает. Только своей... Ты меня сейчас получишь. Так, а как мне их лечить, интересно? Только туда возвращаться? Мне какие-то хилки, наверное, нужны. Все. Ура. Мне дали 22 экспы. А, вон, наверное, голубенькая эта штучка. Где мои покемоны? Я в него могу зайти? О, прикольно, смотрите. У него атака 11, защита 10. Это СП, что такое? Speed Attack, наверное, как быстро он атакует. СП Defense. Не знаю, что такое. И скорость. Speed. Что такое СП? Ability Torrent. Водяной он, короче. Стихия. Вода. И экспа моя. Где копится. Все понятно. Здесь его мувс. Ходы. Прикольно. Типа билки всякие. Все, побежали дальше. Привет. Здоровенько. О, мы сейчас с ним будем драться. Ну-ка, давай выкидывай своего покемона. Опять гусеница. Ой, 3 уровня, да мы его сейчас вообще нарежем. Атака. Бум, 3 мы, смотрите, стесали. Нормуль. Еще атака. Хлобысь. Он опять нам его тут поломал броню. Своим... Давай в атаку. Нарезали. 25 экспы дали, красота. О, мы подняли уровень. Прикольно. Во, смотрите, у нас все по единичке, да, добавилось? Дефенса, помню, 10 было, и атака была меньше. Прикольно. Все, мы подняли уровень. О, это что такое? Еще один, что ли, сразу же? Какой-то ты шустряк. Надо ему тоже так сделать. Все, мы ему тоже. Тоже ему все поломали. И броню, и скоро все ему сломали.
Капец, сколько злой попался, а? Нифига себе, мы двух плюшек задолели. 25 экспы дали. Прикольно, сразу же две битвы подряд было. И 72 монетки дали, да? А, бабосики дали, а за бабосики мы можем, наверное, потом опять что-то покупать, да, я думал? Может, сможем либо других покемонов купить, либо... Какие-нибудь, может, для них вещички можно будет прикольно покупать. Либо лечилки. Опять битва. Ну что, давай, показывай, кто у тебя есть. О, да у него какой-то дикобраз. Ну и что, в битву? Конечно, в битву. Это сейчас у нас пока две способности, потом там еще две закрытые, потом тоже какие-то появятся. Наверное, надо уровень поднять, и будет что-то новое открываться. В битву, мой покемон! Уничтожить его! Еще в битву! А, мне жизнь уже 11 из 23 осталось, блин. Надо будет что-нибудь покушать, подлечиться. Ну-ка, сейчас мы попробуем, зайдем в инвентарь, найдем что-нибудь ему пождракать. О, 40 дали, нифига себе, 7 уровень, красота. О, я что-то, по-моему, выучил. Нет, кто-то там быстро так, 96 монеток дали. Ну-ка, зайдем в покемончика нашего. О, 14, атака. Так, уровень 7 у нас, прикольно. О, Water Gun. Водяной пистолет нам дали. А, еще и этих заканчиваются. 23 из 35 точно. Еще даже заканчиваются ходы. Блин, надо будет потом сходить поспать. Это, наверное, к тому дядьке. Либо домой. Он же тогда говорил, то, что можно будет у него залечиться. А, вот медицина есть. Это покеболы. Это устройство позволяет ловить диких покемонов. Ага, прикольно. А вот у нас есть медицина. Нам нужно потом либо где-то найти эти лечилочки, либо купить. Ладно, побежали пока вперед. О, смотрите, там покебол лежит. Ну-ка, давайте глянем. Привет. Опять драться? Я люблю покемонов, они такие милые. Это тетенька говорит. Давай, тетенька, выкидывай своего покемончика, и ты сейчас отведаешь нашего водяного пистолета. Да у нас тут заяц какой-то. Зайчик, привет. Ну-ка, водяной пистолет, смотрите, 25. Клобыска. Ну-ка, покажи свой водяной. Вау! Нифига, мы его стрельнули прямо в глаза. Водой плюнули, короче. Смотрите, он плюет. Фу на тебя. Фу, зайчик, на тебя. Все, с двух плюшек развалился. Ну-ка, сейчас будет второй, нет? 30 экспы дали. У нас почти уже 8 уровень, кстати. А, видите, они типа пишут, ты хочешь поменять своего покемона? Нам не на чем менять. Только один. Не будем менять. И беремся против птички. Питгей. Питгей какой-то. А того я не помню, как звали. Что-то не успел посмотреть. Все, развалился. Ну-ка, уровень доберем, нет, 32. Эх, маленечко, до 8 уровня чуть-чуть осталось. 72 монетки дали. Так, я хочу вот здесь попробовать здесь эту штучку. Ай, опять битва, у нас столько жизней-то осталось. Нас сейчас могут это... Нас сейчас могут забодать. У меня 9 жизней осталось, давайте выдвинем пистолетом. Самый мощный инцидент. А, у него второй уровень. С одной плюшки. Водяной пистолет ее просто уничтожил, растоптал. 10, 8 уровень. 8 уровень-то хорошо. Ну-ка. О, я взял поушен. А вот этим поушеном, наверное, нам можно будет сейчас и подлечиться. Медицина. Вот он, поушен. Использовать. Е, мы подлечились. 16 поинтов восстановили. Е. Все. Нормули. Побежали дальше. Так, я хочу еще подраться. Мне понравилось. Потому что там у нас уже, по-моему, другой город. Так, 4 уровня. Улитка наша опять. Водяной пистолет. Бум. Прикольно сносится. Смотрите, чуть-чуть остался. Теперь можно добить обычным ударом. У нас 8 уровень уже. Вообще нормально. 3 уровня мы подняли. Все, побежали. Вот и девчуля стоит. А, нет, это то, я думал, это НПК. Капанда, кто там кричит? Так, быстрее туда, что-то там ужасное произошло. Нам нужны
возвращайся ко мне. А там, побежали, вернемся в город, некогда объяснять, у нас нету времени, бегом. Ай, опять назад, опять назад, опять назад, Капанда. Так, я видеть, что ты типа в порядке, что ты в безопасности. Так, мне очень жаль рассказывать о тебе, Капанда. Чё твои родители? Как ушли? Чё, у меня родители, что ли, погибли? Или куда они делись-то? Я еще английский-то плохо знаю. На закате что-то... Команда Eclipse заката. Или рассвета? Нет, закат, по-моему. А, какая музыка? Что-то грустное произошло. Мамочки, страшно уже. Они верили этим людям и покемоны. Что-то там, что-то там. Блин, еще бы понимать, что они там говорят, а как нормально. Это очень опасно. Ой-ой-ой, точно вообще страшно. Типа твои родители очень, типа там, какие-то легендарные. Легендов Рория. Короче, что-то с предками случилось. Они куда-то свалили. Наверное, на море без меня уехали. Ёлы-палы. Печаль, печаль, печаль. Твои родители дали тебе это ожерелье. Ну все, может, хватит уже трещать-то. Типа, будь осторожен и смотри в оба. Эх, печалька. Так, а как нам подлечиться? Нам нужно эти все залечить. Нам и жизни надо залечить, и у него уже и ходов мало осталось. Хотя нам достаточно, но надо найти подлечиться. И сохраниться, да? Сколько уже серии идет? 22 минуты. А, еще и серии надо закреплять. Понятненько. Надо, короче... отличиться, приготовиться ко второй серии, к приключениям и спать ложиться. Привет, дядька. Я пришел лечиться. Мегаэволюция. Ого, еще можно эволюционировать своего покемона, наверное, будет, да? Нет, это мне не надо, это мне не надо. А, домой же надо, поспать. Ёлы-палы. Где мой дом? Я ж там был возле дома уже. Прикольная деревушка. Вон уже тем более ночь. А ночь на дворе. Ночь. Вот он, да, мой дом? Пошли домой. Ой, телек есть. Можно телек посмотреть. Прикольный домик-то. Жалко, тут ничего нельзя поделать, а? Ни готовить, ни телек смотреть. Обысь. Блин, карта здоровая. Где мы, интересно, находимся, а? Здесь, наверное. Так, я хочу поспать. А как спать-то лечь? Можно сохраниться, да. Блин, а я думал, тут поспать можно. Мне нужно сохранить это. Подлечить своих покемонов. Ладно, друзья, разберусь. Без видео. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующей серии. С вами был Капанда. Поиграем еще обязательно в покемонов. Все, всем пока-пока.